Если заклинание лечит болезни и органы, то препарат ИТФ не понадобится. Все зависит от уровня вашей психической энергии. Уровень психической энергии зависит от того, сколько в течение дня человек испытывает состояние радости и удовольствия. Я счастлив от того, что и дальше начинается. То есть скажите себе, научились ли вы... Вот смотрите, а где же накапливаться эта энергия радости и удовольствия? Она должна накапливаться в цицилиндре, в аджарном котле и в котле сублимации. Там это должно накапливаться. А человек говорит, я прошла первую ступень, и у меня не получается, и я хочу читать мантры и избавляться от всех заболеваний. Можно ли мне препарат ИТФ не принимать? Тогда где вы ее успели накопить, эту энергию? Где она у вас накопилась? Где эти аккумуляторы? Я говорил когда-то, что котел сублимации, он накопление в нем происходит там 2 года. В аджарном котле может до 7 лет происходить накопление энергии. В цицилиндре, это объединенная энергия, может происходить накопление энергии на протяжении там 18-20 лет. Понимаете? То есть, когда человек станет по-настоящему эзотерически мощным и сделает так, чтобы... Там, заклинания или коды помогли вылечить орган полностью там, за один день, спустя 18 лет ежедневных практик. При этом эти ежедневные практики должны быть, среди которых основная практика, это я от всего испытываю состояние удовольствия и радости, пассивное. То есть вы пьете чаек, а в голове уже, ну и вкусный, я его почувствовал. Угу. Или там с вами кто-то разговаривает, а вы не раздражаетесь, говорите, о, да, и вот так вот, бедненький, бывает, там, после этого, ну, вот так, вот, понимаете. Почему? Это накопление психической энергии. Как происходит растрата психической энергии? Я могу рассказать вам. Когда был прошлый пятничный вебинар, я вот так щелкнул пальцем, то тогда я изменил судьбу нескольких... Там десятков тысяч людей, потому что присутствовало там 16 тысяч человек во время этого вебинара. То есть 16 тысячам человек я потратил, на этих людей потратил свою психическую энергию. Какое у меня было состояние? Я домой пришел, и у меня уныние. Вот так вот сел, и Соня говорит, что такое? Я говорю, потратил психическую энергию, ты представляешь? Ну вообще, и... Никакой радости. Сижу вот так, думаю, так, возьмись, нужно собираться, нужно радость накапливаться. Дети уже спать легли. Поспал, утром встал в унынии, как не всегда, в состоянии апатии. И что нужно было делать? Зная, как это работает, я начал вновь накапливать психическую энергию. Каким образом? Я решил дома не находиться, а поехать в магазин. Зашел в магазин, я накапливаю психическую энергию, потому что я коммуникационный такой человек. У меня там подружки разные, подошел... Сначала поехали, купили там какие-то детские вещи. Потом поехал в магазин, большой супермаркет. Я знаю всех продавцов. Подошел к одной бабушке. Как дела? Она меня за ручку трогает. Здравствуйте, вас давно не было. Как ваши детки? Я говорю, мои детки хорошо. А как ваши? И мои хорошо. Несите мне, есть у вас курочка? Есть курочка. Ну, взвесьте. Она пошла мне отпилила этих курочек. Там, потом пошла мне мясо какое-то там. Я поездил. Пошел мне рыбу споймали какую-то там. Почистили. Я с этим человеком еще разговаривал. Все у меня, знаете, как в батарейке. Знаете, батарейка садится, есть видеоигры, там человек из ружья стреляет, и звук такой, там звук такой, сначала звук такой, ту-ту-ту-ту-ту, а потом бум-бум-бум-бум. Вот я приехал, у меня звук был такой, бум-бум-бум. А потом я уже, когда выходил из супермаркета, то у меня уже психическая энергия была такой, та-та-та-та-та-та-та-та. И все, я уже вышел, у меня хорошее настроение. Домой я пришел, начал на детей смотреть. Дети начали создавать хорошую эмоцию. Одна обнимается, другая папа на ручки возьми, третья облизывает. Эти играются, я с ними играюсь. Того за ногу схвачу, того укушу, знаете. После этого жена красивая, решил приготовить для всех какую-то еду. Там, когда дети легли спать, решил там пописать, порисовать. Кино какое-то включил. Для чего? Оно мне не надо, кино. Они смотрят кино, я смотрю на них. Почему? Им приятно, хорошо, я чувствую себя настоящим мужчиной. Ура! Они смотрят фильмы, я накапливаю психическую энергию. Понимаете, у каждого...